Флит-стрит – имя нарицательное. На протяжении многих веков эта улица была тесно связана с журналистской профессией и с пишущими людьми вообще. Правда, сейчас журналистов на ней уже нет. Исход начался в конце 80-х годов, когда знаменитый медиамагнат Руперт Мердок поссорился с профсоюзом типографских работников и вывез все свое производство на восток города. За ним последовали все остальные. Последним в 2005 году съехало агентство Reuters. Сейчас Флит-стрит – памятник журналистики. Здесь есть специфические журналистские церкви, есть очень красивые штаб-квартиры изданий, выстроенные в районе 30-х годов 20 века на пике их могущества. Есть пабы, где пили знаменитые представители профессии.